Ой, все погали, смотри. Настоящий праздник для детей и их родителей организовала торговая сеть «Кари Kids». Пока малышей развлекают аниматоры, мамы и папы спешат приобрести товар со скидкой. В «Кари Kids» есть все, что нужно от рождения до подросткового возраста. Одежда, обувь, кроватки, коляски, а также огромный выбор детского питания, подгузников и игрушек по выгодным ценам. В ассортименте лучшие товары из России и Китая. Минус 30% на все товары, абсолютно на все, то, что люди не покупают. А вообще у нас очень много проходит акций и на одежду, и на обувь. То есть при покупке двух вещей на вторую минус 50 идет, и на третью идет, если вы покупаете три вещи, третья идет в подарок у вас. Все товары идут с гарантией, сертифицированы, то есть очень хорошего качества, отличные просто. То есть нареканий, то есть на товар у нас вообще нет практически никаких. Если то есть у вас товар какой-то попадается, не дай бог, там даже да, какой-то маленький брак, приходите к нам в магазин, и мы без проблем меняем вам на другой товар. Все для детей. Огромный выбор и низкие цены – главный девиз нового магазина «Кари Kids». Дети любят, чтобы у них все было как у взрослых, а потому магазин «Кари» предлагает большой выбор аксессуаров. Детские сумки, кошельки, зонты, перчатки, очки и специально для девочек аксессуары для волос и детская бижутерия. Вещи от «Кари Kids» сочетают в себе качество, стиль, комфорт и удобство. В день открытия это отметили как дети, так и взрослые. Магазин – это «Тим», да? Очень удобный магазин. Все есть от подгузников до питания. Выбор большой, цены приемлемые. И выбирать с детьми очень удобно. Зимой не холодно, а летом не жарко. Магазин очень хороший, цены приемлемые. Качество тоже, то есть цена соответствует качеству. Нам этот магазин ниже базарных. Ну, очень магазин понравился. Будем сюда ходить постоянно. «Кари Kids» в Шымкенте стал первым супермаркетом для детей. Всего в Казахстане работают более 80 магазинов этой сети. В Шымкенте «Кари Kids» находится по адресу улица Рыскулова, остановка Карла Маркса, торговый центр «Гиперхаус», второй этаж.